Так, надо бы поехать к Дереку. Так, где-то здесь должен быть Дерек. О, здравствуй, здравствуй. Так вот, иди грузить ящики. Ну, хорошо. Какой грузовик тут стоит? О, мне придется долго тут грузить. Фух, ну все, собрал. Теперь иду к своей машине. Так, вот оно то самое место. О, здравствуйте, Мария Ангела. Здравствуйте. Ну что, поехали? Поехали. Водите аккуратно. Хорошо. До свидания, Мария Ангела. До свидания. Будь аккуратнее, малыш. Хорошо. Так, ну все, на месте. Вот она, та самая библиотека. Черт, закрыто. Ну ладно. Есть ли какой-то обходной путь? Так, ну, ага. Тут есть открытое окно. Так, интересно. Все, я внутри здания. Так, надо бы вести себя тихо. Случайно, надо не шуметь. Слушай, у меня появилась идея. Какая? А что если... Так. Вот, например, нажимаешь на одну кнопку, а там человечек бегает. На другую он стреляет, а на третий он ездит на машине. Ты что, клея нанюхался? Да не, это ж моя идея. Ну ясно. Ребзики, это не шутка какая-то, а то я слышал выстрелы. Это... Думал, что это ребзики, а это оказался я. Так, где тут сейф? Ага, вот он. Вот они талоны. И все, валю отсюда. Фух. Там свет еще на третьем этаже. Ладно, ухожу отсюда. Так, сейчас начну продавать все эти талоны на бензин в обоих заправках всего города. Несколько минут спустя. Фух, наконец-то я дома. Ох.